Добрый день! Представляем вашему вниманию лот Микс детский гид Спортсток. Подробности смотрите в ссылке под описанием. И начнем мы со свитшота на 8 лет. Вот такой со Снупи. Утепленный свитшотик, очень классный. Дальше у нас раммер на 18 месяцев, толстовка хлопок, тоненькая. Фила, брюки спортивные на 128 сантиметров, текстильные, внутри подклад сетка, широкие брючки, без резинок внизу. Здесь пума, размер L, и все-таки я думаю, что это взрослый даже L, потому что она прям большая, толстовочка. Так, мы еще проверим на всякий случай. Если где-то что-то тут может написано, но нет. Вот просто L и все. Так, Ridge B на 8 лет брючки трикотажные, внутри петелька. Здесь у нас водолазка на 2 года. Хлопок, очень плотная такая водолазочка, но мягкая при этом, очень хороший материал. На 104-110. Спортивный трикотаж, леггинсы яркие такие. На 152 тонковка, высокий воротничок. Ну, то есть, прям как стоечкой воротничок будет. На 104-110 сантиметров. Это Диадора толстовочка. Утепленная, с начесом, без капюшона. Здесь у нас... Элька юношеская, то есть ну, где-то на, наверное, 154-158, вот так примерно брючки. Брючки внутри, как тонкий флис. Здесь на 4 года, 106 сантиметров, очень теплая толстовка внутри, тоже с начесом. Бока на 122-128, тонковка, хлопок, плотная. Брюки раммер на 10 лет с карманами по бокам на штанинах. И они с начесом тоже очень теплые. Вообще этот лот, кстати, очень хороший. Здесь много вот именно теплых вещей на зиму. И толстовок много. То есть, ну вот, прям очень хороший. Здесь на 10 лет тонковочка. Хлопок на 140 сантиметров, флисовая толстовка, тоже такая яркая. На 6 лет тонковочка, хлопок, тоненькая. Раммер на 18 месяцев, брюки трикотажные внутри с начесом. Вот, и к ним идет еще толстовочка, тоже с начесом, на 18 месяцев, с капюшоном. И, кстати говоря, несколько в этом лоте, несколько костюмов, комплектов идет. То есть это тоже не всегда попадается, что их по несколько штук. Так, здесь у нас где-то на 134-140 примерно рост брюки. Немножко расклешенные к низу, и они тоже с начесом, теплые брючки. Ridge B на 6 лет, толстовочка, тоненькая, без начеса. Фриз на 10 лет, футболка, хлопок. Здесь у нас водолазка на 12 лет, тоже хлопочек, плотная. Куртка на 5-6 лет, 110-116 сантиметров. Как горнолыжка, знаете, такая, но не очень плотный у нее наполнитель. И капюшон на флисе. Так. Дальше куртка тоже на 128 сантиметров. Внутри на флисе курточка полностью, текстильная, хороший очень наполнитель, зимняя, скорее всего, теплая очень. Так,
футболка пола Франция Kids, и это на 98 сантиметров для мальчиков футболочка. Танковка на пуговицах на 12 лет, хлопочек. Здесь у нас лапилу или лупилу на 86,92 танковка, вот такая с монстриками, классная. И еще одна тоже 86,92, все хлопок. На 10 лет это фриз леггинсы, такие вот с принтом получается, блестящим. На 10 лет танковочка хлопок. Здесь поло с рукавами на 104, это бока. Так вот. На 152-158 Next Level леггинсы хлопок. Тоненькие. Очень теплая толстовка на 132 сантиметра. Она прям даже вот сверху как мягкая такая. И внутри очень хороший у меня начес теплый. Bonaparte Boys на 122 танковочка хлопок. Здесь тоже Bonaparte Boys на 122 футболка. Так, здесь совсем маленькая какая-то толстовка. Так. Вот прям очень маленькая. Ну, наверное, ну, может быть, 68-70 вот так сантиметров. Она с начесом и с капюшончиком. На 2 года Rammer танковочка. Хлопок застегивается сзади. На 18 месяцев брючки с начесом. Тоже теплые. Фриз. На 10 лет танковка, хлопок плотненькая. Здесь у нас на 134-140 очень теплые тоже с начесом брюки для девочек, немножко расклешенные. Так, танковка опять же у нас на 9-10 лет хлопок. Куртка на 164 на синтепоне. Ну, то есть, я думаю, что зимой можно носить, если, допустим, что-то флисовое под нее одеть, потому что у нее подклад обычный, то есть он такой не тепленький. Вот. Но довольно-таки плотная, хорошая курточка. А здесь на 92 Blue 7 свитшот, очень мягкий, классный, и он с начесом тоже. Толстовка с начесом Bonaparte на 122 и с капюшончиком. Здесь толстовочка Rammer на 12 месяцев, очень классная. Она сверху вот как очень такая мягкая, приятная, с капюшоном. И, конечно, расцветка красивая. Фриз на 12 лет, футболка хлопок. Здесь у нас на 134 флисовая толстовка, высокий воротничок. Бока на 122-128 танковка плотная. Здесь на 164 сантиметра поло с рукавами, тоже плотненькая, хлопок. Бока на 104 сантиметра, тоже поло с рукавами. Rammer на 9 месяцев, как свитшотик, я бы сказала, внутри с начесом. Так, на 116 сантиметров толстовка внутри с начесом и с капюшоном, и стразами, тоже очень классная. И здесь майка на 152-158 Next Level, удлиненная майка, вообще как она, ну, длинненькая довольно-таки, хлопок. Ridge B на 5 лет толстовка без утепления. Милс на 104 флисовая толстовка с капюшоном, плотненькая. Здесь тоже Милс на 164 танковка, хлопочек. Bonaparte Boys на 128 танковочка, хлопок.
Здесь водолазка на 3-4 года примерно. Тоже хлопок плотненькая. На 128-164 эсприт футболка. Здесь на 3 года танковочка, ледниковый период. H&M на 134 леггинсы хлопок. Танковка на 164-170. Это Next Level хлопок тоже. Хорошее качество. Так, на 6 лет это Original Marines. Шортики и маечка вот такая тоже на 6 лет. Комплект получается. На 74 сантиметра танковочка. Тоже хлопок. Здесь на 104-110. Salt and Pepper фирма. С вышивкой. Очень классная футболка. Прям все вышито в рисунок. Здесь на 164 сантиметра ветровка. Внутри на флисе. И синтепон еще есть. То есть тоненький. Леггинсы. Леггинсы у нас на 150 сантиметров, коротенькие, то есть как бриджи, спортивный трикотаж. Здесь хлопковые на 92, леггинсы плотные. Emporio 88 на 18 месяцев, футболка хлопок. Здесь рамы на 3 года, свитшот утепленный с начесом, и к нему идут штанишки, тоже с начесом, очень теплые. На 3 годика. На 158 толстовка флис плотная. Здесь у нас танковка Mills на 86 рост хлопочек. Куртка, так, сейчас скажу, на 9 месяцев. Спинка по пояс примерно на флисе. Вот, плотненькая куртка довольно-таки. Капюшон тоже на флисе. Капюшончик отстегивается на синтепоне. Она, ну, то есть на зиму даже, наверное, подойдет, я бы сказала. На 164 сантиметра здесь брюки. Они без начеса, но очень плотный трикотаж. Мэкс на 68. Толстовочка, тоненькая, хлопок. Так, на 116 сантиметров брючки, расклешенные к низу, тоже спорт, хлопок. Болка на 104 сантиметра, танковка плотная. Здесь у нас на 6 лет куртка. Здесь у нее наоборот снизу флисовый подклад, а верхняя часть получается без флиса, просто обычный такой подклад. Капюшон тоже на флисе. Капюшончик отстегивается. То есть, ну, она все-таки тоже ближе к теплая зима, вот где-то так. На 152 сантиметра ветровка на флисе внутри и немножко синтепона присутствует там. Здесь чамоникс на 128 рост. Куртка очень теплая, хороший тут плотный синтепон. Так, и еще кое-что есть. Две пары перчаток двойных, вот такие с черепашкой ниндзя, то есть есть и с пальчиками, и сверху одеваются еще без пальчиков перчатки. Две пары. Варежки маленькие, тоненькие. То есть разных цветов по одной паре. Ну, где-то на, примерно на 1-2 года, наверное. Здесь тоже до года варежки без пальчиков на веревочке. Дальше плавки купальные New Line на 12 лет. Шапочка маленькая, прям маленькая. Слушайте, даже не могу сказать, сколько. Ну, тут вот на год, наверное, шапка прям очень маленькая, она даже по глубине. Здесь флисовая шапка на 9 написано.
Ну, в общем, это тоже года на два, наверное, максимум. Флисовая, внутри хлопковый подклад. Здесь шапочка-ушанка внутри на флисе. Вязаная шапка тоже на два где-то года примерно. Здесь вязаная крупная вязка тоже примерно на, наверное, на 3-4 годика. Здесь вот уже побольше. И здесь на флисе шапка тоже побольше. Так. Также есть шарф вязаный. Вот такой вот комплектик. Тоже где-то на 2 примерно года. Дальше у нас снуд идет вязаный. И вот такой вот накидочка, как, тоже как пончо, с пуговичками красивыми. Примерно на 4-5, наверное, лет. Это весь лот. Подробности смотрите в ссылке под описанием. Спасибо за внимание.